Всем привет! Сегодня будем ловить на домашней речке, на небольшие воблера, 110-е, там всякие сотые. Ну, есть, правда, и 135-ка, вот такая, это Guncraft Jointed Claw, вот такая темка, короче. Ну, в основном будет вот он. Не так давно я здесь рыбачил, и много мне щучки принес небольшой. Сейчас сегодня буду не крупную щуку ловить, но вот такую финезную, капризную, мелкую щучку. Вот на огорончика 110-го буду ловить. Буду ловить на вот такую кусаму, которую я тут переделал всю нафиг. Короче, она была не зацепляйка, я ей усы откусил зачем-то, когда-то давно не понимал, нафиг они нужны. Ну, знал, что она типа не зацепляйка, но что-то меня они смущали, я их откусил. Короче, в итоге всю просто лепесток оставил и поставил сегодня тройник. Короче, будем кидать. Вот. Надеюсь на рыбешку такую, ну, рыбешка будет мелкая, но надеюсь на бонусы в виде там 500, 600, 700 грамм, может быть еще что-нибудь вообще хорошее влетит. Все-таки осень, уже должна она заходить, так что посмотрим. Комплектик у меня Vanrex Baitcast до 14 грамм. Такая легкая палка, лайток. Ну и мой Curado DC вечный, который я ставлю и на хэвика своего, и на все остальное, на которую ловлю нормальную щуку. Начнем с проверенного бойца. Очень хорошо выстрелил у меня на рыбалке на прошлый. Прям порадовал. Понтон сила, чё. У них вообще плохих воблеров, по-моему, нет. У меня лежал, ждал своего часа огорончик. Я теперь хочу большой 140-й взять. Нормальную щуку. Игра у него прям что надо. Очки. Всех выловил, что ли, отсюда?
атака была. Не знаю, видно было на камеру или нет. Вот такой шнур, грамм 400. Сейчас доложим. Пока пробью вот здесь. Она там подуспокоится, встанет на свою точку, откуда она атаковала. И снова попробует. Но шнурки, они неугомонные, в принципе. Есть. Какой бойкий. Бойкий паренек. Вот такой. Пойдет. И прям закончим клювика взял. Сейчас фотку и отпустим. Без травм уходит. Чуть-чуть туда попробуем, продушим. Здесь у меня прям хорошие щучки раньше ловились. Ну, это было той весной. Прям очень, очень жирная. Килопатт 2. Зачастую. Так. Точечка. Здесь коровы ходят, но рыба тут бывает. Сегодня нет. Так, пойдем в другое место дальше. Так, здесь следующая точка небольшая. Нитки правильно, сваливайте нафиг. Поставил на колебалку стабилизатор в виде хвостика. И все заиграло сразу, потому что без стабилизатора, к сожалению, она крутилась вокруг оси. Но вот такой хвостик решает проблему. Она сразу начинает играть как надо, как колебалка.
Так что имейте в виду, кто что-нибудь собирается там переделать или у кого блесна крутится, ставьте стабилизатор какой-то сзади. И все будет ништяк. Этой ветки нависающей. Долго я не задерживаюсь. Несколько забросов. Кто ничего не хочет. Играет прям превосходно. Но вода мутная. Ёлки. Палка мягкая, порой так не сдернешь уже траву с нее просто. Гнется кончик. Нет, сегодня желающих нет. Но такое интересное место. Идем дальше. В целом здесь щуки почему-то мне очень нравятся, а так здесь не бывает практически никогда, ну точнее вообще никогда, я здесь не ловил ни разу. Конечно, поближе к траве вести, но здесь, к сожалению, выносит. Так. Так.
Но красиво зато. Такие вот точки. Атака была. Не села. Сейчас еще раз буду пробовать. Что на блесну реализация мне не очень. Нравится. Там еще этот стабилизатор немножко портит картину в плане засечки. Есть. Ну вот сегодня вот такие вот младенцы. Ну аккуратно взяла, не убилась. Я такими воблерами ловлю обычно. Пошла. Ну чё, колебалка, разлов. Надо еще что-нибудь ставить другое. Вообще еще хочу на колебалку что-нибудь поймать. Повнушительней. Ладно, пока переключимся. Пойду туда. Блин. Лягушка уже спрыгнула. Еще одна. Они меня демаскируют. Надо аккуратненько. Есть за что зацепиться. Никто не хочет такую вкусненькую колебалочку. Кусам. Надеюсь, сегодня будут какие-нибудь бонусы. Я в таких местах развлекаюсь и жду нормальную щучку, когда она зайдет на мои основные там места, где... О! Зашла прям под берегом. Нифига он кинулся вообще люто. Весело. Но шнурок был такой покрупнее, чем тот. Прям вдогонку схватил, короче, уже. Я уже почувствовал нагрузку, но в крапиве отвалился. Может вообще доловится. Они же сумасшедшие. Здесь атака была в тот раз. Ну нет, все, он повисел. Едем дальше.
Уж балки, конечно, жгут. Прошлой осенью здесь был клондайк полторашек, двушек. Я их ловил, правда, с того берега, вот в той, типа как, ну, в той точке, короче. Тут мусора не было, можно было вот так вот провести. И почти на каждой рыбалке была рыба. О, хорошая. Это же бонус. Вот это бонус. Грамм 600. 500. Это колебалка. Сумасшедшая, нет, я крапиву не полезу. Зараза, блин. Травы наелась еще. Дурище. Отдай. Все губу разорвала нахрен. Поехавшая. Ну что, прикольно. Поприятней. Уже нагружает палку хорошо. До 14 грамм. А сколько она? Грамм 500, наверное. Сара Абрамовна. В таком местечке. Ладно, сейчас ее плюхнем. Сначала сфоткаем, потом плюхнем. Ой-ой-ой, не заснял поклевку. Посмотрите, кто попался. Горбачев. Нифига он вцепился. Вот вам колебалка, вообще все ловит. Кусама. На самом деле, очень давно окуня не ловил. В этой речке. Прям... Но он здесь есть. Так что вот так. Сейчас сфоткаем. Так, атаковал шнурок. Опять мою блесну. Сейчас еще буду проводить. Да елки-палки, неужели лист? Что ты будешь делать? Ну, осень, что? Осень, осень. Ничего не попишешь. Что, все что ли? Наелся? Конечно, окуня было неожиданностью поймать здесь. Мне сейчас на блесну. Блесна вообще тема очень ловчая. Я блесну уважаю, всегда их уважал. Особенно колебалки. Вертушки я как-то не очень, а вот колебло мне очень нравится. Это прям по мне. Знаете, когда хочется покрутить просто что-то равномерно, не париться. Ну как не париться?
Тут своя специфика. Надо следить. Знать, насколько она быстро падает, там все такое. Все по весам, все по опыту использования. Что будет, не будет. Нет, походу он прям поменял место своей засады конкретно. Что здесь проведем? Уже теряю из виду. Ладно, нет. Туда. Блин, место очень классное. Тут так прям приятно находиться. Ловить. Никого нет тоже. Обычно рыбаки в таких местах не рыбачат. Смотрите, как идет на солнце. Красиво. Сейчас даже продемонстрирую. Ну, на апстрим хорошо идет. Вот. Ничего не переваливает. Не перекручивается. Прям блесенка, что надо. Вот. Кусама. Кусама. Прикольно. Пойду дальше. Сейчас чуть-чуть еще вперед пройду и, наверное, уже пойду на основные точки. Нас впереди ждут всякие интересные места, где может попасться уже что-то такое более-менее внушительное. Так что, если что-нибудь сядет, включусь, а так уже там встретимся подальше, пониже по течению. Была сейчас атака. Почему там прям посередине? Сейчас надо еще раз подать. Поёпрасоте, блин. Все заплюхал к чертям. Зараза, блин. Нет. Ну тварь, блин. Время упущено. Не села. Надеюсь, не укололась. Это что еще? Небольшой шнур. Да елки-палки, блин. Там трава какая-то. В определенном месте чуть глубже ведешь, и он садится. Весна садится. Ну все, кажись, кольнулся. Жаль. Вот тут он хватал прям. Теперь уже ни хрена не схватит.
Все, эту дуэльку мы проиграли. Идем дальше.